Мир тебе, Катя. Приветствую. Как добралась? Слава Христу, благополучно. Слава Богу. Молились тут. Ага, давай, брат. Баул не детский, да, Сергей Павлович? Это, говорит, у меня в 3 раза больше. Катя Игнатьевич попросил, пообедаешь, приходи сразу, чтобы до службы успеть. Он хочет с тобой пообщаться. Вон звонок у нее вверху. Как дорога, попутчики? Вообще, слава Богу, и... Были беседы такие? Беседы, свидетельства. Но я уже не так активно говорила о Христе, потому что когда я ехала в Москву, Господи, тут... меня принимали за свидетельницу. Наконец-то! Приходи, моя хорошая! С приездом! Поехал? Все, я уехал. Давай, брат, с Богом. Спасибо, Христос тебе. Сережа, подожди. Сереженька, с нами пирог рыбный поешь, нет, а? Нет, спаси Христос, я сытый. Ну, спаси Христос тебя за все. Давай. Ну, иначе, значит, так сказал, Надежда Васильевна, чтобы пообедал и к нам сразу пришла, до службы еще. Хорошо. Ага. Уже сколько? Ну, все, Катя, у вас располагайся. Так я и сказала, я говорю, все, она сейчас из вагона выходит. Я говорю, она говорит, когда Катенька приедет? Я говорю, вот уже без 20, она вышла из вагона, сейчас минут 10-15 проедет, все. То мы двое суток ждали, трое, а сейчас уже минутки остались. Скорее, я говорю, ждем, ждем, и точно, как мы подсчитали, точно, раз, два, три, все. Спаси Христос, давай, приходи скорее. Ну все, с Богом. Я выйти вместо все, с Богом, ага, ждем, Катя. С пирогом встретить. Катенька. Катенька, смотри, какой пирог красивый тебе сделал. Спаси Христос. Подожгла. С рыбой, конечно. Давай. Будем сейчас рыба есть. Ну ладно, с Богом. Слава Богу. Спаси Христос, Володя. Слава Христу. Все, закрывайтесь. Ну вот, слава Богу. Господь услышал молитвы. Катя приехала. Слава Христу. Давайте, открывайте. Быстро. Миру, Игнатий Тихонович. Сейчас Надежда Васильевна еще подойдет. Так, 3 поклона. Кладите. Ну что говорят? Мир дому сему. Мир дому сему. Приветствую. Спасибо, Христа. Мир вам. Так, ну вот это была, может, Николаевица. Да. Все, проходите вперед. У нас время совсем нет. Холодно, холодно. Надо разуться, надо подбежать. И вот валеночки дам. Надень, чтобы ноги не мерзли. Да. А, большие валенки, удобно. Сейчас в церковь пойдем. Вот это вот комнатные. А, туда голыми ногами не ставишь, отсюда сюда переступай. Вот так. Это территория улицы, грязь. Вот это мне очень не нравится, пятиконечные звезды на ребенке. Ну это ж не мы делаем. Убрать, а как их убрать? Масонские знаки на ребенке, сразу. Вон она где. Давай. Давай наверх, сейчас ты залезешь. Ну, давай-ка. Так, берись. Так. О, молодец у меня. Она лазит так хорошо. Так, быстро сюда. Скидывай с себя эту шубу-то. Не замерзнешь. Так, молимся. Так, Валерия. Тебе надо вот сюда встать, помолимся вместе. Пойдем, потом пойдешь поиграть. Пойдем, помолимся. Нет. Все, сейчас... вот здесь, вот встань, стой здесь.
на ножки встанешь? Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на эту беседу. Устройся по воле Твоей Святой. Не наша воля Твоя да будет во всем. Путеводи нами Духом Твоим Святым. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все, оп, садитесь, сестры. Сюда. Так, садитесь. Давайте. Значит, что, у нас служба четырех. У нас время есть, но минут 20 можем поговорить. Доехала благополучно? Да, Господь. Так, ты знаешь, я не дослышу, говори громко, чтобы я слышал. Потом мне приходится потом прослушивать, я тогда дослушиваю на записи. Так, ты не против, что у нас все записывается? Нет. У нас секретов нет. Секреты при себе оставь. Значит, суть вот какая. Ты мне писала о том, что ты хотела быть членом крестовоздвиженской общины, найти евангельских православных христиан и ходить на благовестие. Это твои слова? Да, я. Это все писала. Может быть получено или быстро, или долго. Долго пройдет время. Как правило, у нас идет из человека, мы проверяем, и в оглашенное это примем еще не сразу, даже в оглашенное, пока посмотрим, годен нет. А тебе вопросы все отпадают, ты приняла крещение, мы тебя знаем, за тобой не числится ничего, кроме того, что ты уехала и переписывались. Ну, я батюшке сегодня рассказал, показал нашу переписку с тобой, он говорит, ну, Стко, пускай побудет, а месяц-другой-то, ну, а потом уже в общину там подаст заявление, будем решать. Я говорю, батюшка, я ходатайствую, ты ездишь через 2 недели, ей что знать, о ней мы больше ничего не узнаем, она вся здесь как есть. Это человек полностью созревший, чтобы быть у нас в общине. Значит, я батюшке все это по порядку рассказал. Ты готова к причастию? Да, готова. Да. Значит, ты можешь сегодня с нами, это я пойду, после службы, покормила? Да. Все. Мы сейчас идем на богослужение, тебе показывают, где женская половина в церкви стоять. Ну, ты вперед пройдешь, там, где сестры стоят. У нас не положено, ты знаешь, потерярки было, не ходить там, не переступать, ноги держать прямо, а не так вот, как некоторые держат, ногу подгибают. Вот. Это не на фотосессии там, кажется, на блудных там, площадках. Перед Богом напряженно стоять. Мы заходим всегда на 7 минут раньше, объявляется, где зашли, встали, даже не крестимся 7 минут, пока не откроются царские врата. Кто не зашел, значит, ждут в притворе. Вот у нас коридор такой. Это главное, такие порядки. Остальное я тебе расскажу. У Надежды Васильевны. Шторки должны быть все закрыты так. Вот это я закрыл, чтобы от света не было, иначе съемки нельзя делать. Абсолютно ни грамма ниоткуда не видать. До этих пор одна шторка, там вторая, тут она видна, вторая шторка. Двери должны быть всегда заперты. Задвижка на двери закрыта. На двери, говорю, это крючки все закрыты. На у печки закрыто, чтобы зря не уходило. Ты это ознакомишься, это... Такое простое дело. Нет, я буду следить за этим. Ты готова, чтобы тебе все это рассказали? Да. Трудностей нет. Что, сохранение жизни? Да, Надежда Васильевна уже многое рассказала. А? Надежда Васильевна уже многое рассказала. Ну, вот все рассказала. Я забочусь сейчас о храме. Мы идем, пораньше придем, заходят, все остальное понятно где. На богослужении побудем, батюшка объявит, что сейчас исповедь будет. У нас исповедь отдельно идет в отдельном помещении. Она с двумя дверями, двумя, это часть храма, туда заходят, там исповедуются, другие двери выходят и опять заходят. Считаются каноны перед причастной молитвой. Я не знаю, сколько будет, я всегда стараюсь первую неделю попасть, потому что неизвестно, что будет дальше. Я тебе советую быть сегодня на исповеди, завтра причаститься, если тебе ничто не мешает. Что мешает? Непримиренность с кем-то и женская нечистота. Это вот два момента для женщины. Для мужчины то же самое. Если ты готова, значит, дальше. Это сразу ускоряет решение твоего вопроса. Завтра же я ставлю вопрос о принятии тебя в общину. Договорюсь, где тебя прописать. Но это практически почти все. И далее выдадим тебе документ, когда закон никакой яровой уже на тебя не будет падать. У нас зарегистрирована община, мы выдаем документ на благовестие. Ты решаешь все буквально в один день. Сегодня уж полдня осталось. Я настаиваю просто на том, что откладывать нельзя. Дальше неизвестно, что будет и как. И батюшка приезжает, и не всегда бывает и здоров. Это хоть и редко так бывает. Ты мой план принимаешь? Да. Это план, который
ну, позволит тебе, говорится, уже стоять как есть. Право голоса в общине будешь иметь только через год. Тут уже ничего не сделаешь. Это устав. Устав, и тут уже никак нет. А это здесь не уставное то, что я говорю, а именно жизненная ситуация так сложилась, что ты приезжаешь уже готовая. У нас принимала крещение, о тебе все знаем. Ты видел, как тебя тут любят. Галя отзывалась о твоей работе. Я сейчас могу ошибиться, то ли на общем собрании принимает, или церковно-приходской совет. Кто решает-то? По всей вероятности, церковно-приходской совет решает о принятии в общину. Ну и все остальное уже тут будет видно. Где прописать? У меня прописки, я могу прописать многих, но мне нельзя этого делать. Нельзя, просто нельзя. Уже делали, я кое-как их там выписал, и меня столько высчитывали. Мы поговорим с кем-то. Я, видишь, по неразумию своему начал людей прописывать. А мне как жахнули, у меня, говорится, пенсии не хватает. А они разъехались, их нигде нет, я не могу найти. Кто в Америку, кто, говорит, в Грузию. Меня подставили-то как здесь. А люди, которые живут где-то на окраине, там проще. Значит, любой конфликт с Надеждой Васильевной или что-то неладно, решать только здесь. Друг с другом не припираться, не пикироваться. Это ничего не даст. Я вам поставлю все на место. Это здесь, это на сколько дней ты отдаешь ее. Я не совсем согласен, что она здесь, потому что у нее мать-отец неверующие. И что с девчонкой случилось, это не рад ничему будешь. Они пьяницы и матершинники. Но где у дяди она находится, и он ее сюда толкает, и ну пока как есть. Особенно смотреть, чтобы она к печке нигде не подошла. Топят когда. Я боюсь, как огня. Не дай бог она споткнется, а дверка до краса накаляется. И она на всю жизнь получит это. Шрам, тут тебе тогда не хватит жизни твоей. От жизни это может копейка одна осталась. Вот что самое-самое главное, это сегодня и завтра, два дня. Чтобы ты после занятий уже могла выйти с братьями на благовестие. Выходит раздача Евангелия и дальше с кем беседовать. Ну, а прописка это уже на неделе, там с кем-то будет. А еще насчет работы, это тоже. Тут есть биржа труда. Можно будет потом пойти туда, когда прописана будешь. Не раньше. А прописка это тоже, ну, там день какой-то займет. Надежда Васильевна, я тебе разрешаю помочь. Поехать с пропиской и проще. А потому в епархии я... можно? А? В епархии, вот я в Марфоморинской обители облачения шла, можно ли как-то здесь, тоже в епархии? В епархии работать? Да. Если ты считаешь нужным, пожалуйста. У нас полная свобода. Это значит, у нас там одна работает, и ты можешь через нее уже подойти. У нас просто не то, что хорошее, отличное отношение с местным митрополитом Сергием. Ну только смотри, чтобы у тебя в трудовой был стаж. Ты сегодня скажешь, надо, не надо, а там где-то просидишь. У ребят вот сейчас нету где-то, ну там в конце что-то будет. Они все время на подхвате, наши ребята. Потом на разных работах. Этот работает, там квартиры там ремонтирует. А этот, у Игоря там планы какие-то чертить сложные на золотых приисках. То есть у нас без дела никто не бывает. Значит, дальше. Рабочий день начинается у нас в 4:40. Готова ты к этому? Ну, я попробую. 4:40? Никаких. Если в 4:40 не встаешь, мы расстанемся в один день. Ты можешь, когда помолимся, вернешься, на первых порах трудно, можешь прилечь. Или лучше всего сидя где-то. Вечером ложись, когда тебе надо. В 9 ложись. Ну, в 9 до 4, это у тебя почти 8 часов, это супер хватает. Так что на это дело надо смотреть. У тебя какая-то аппаратура есть там, вот эта электроника? Да. Ну вот у нее, у Надежды там, к ней не подходи. Угу. У нее моя всякая техника горит. Почему? Потому что не выключает. Вот я сейчас выхожу и сразу выключаю, и сколько времени нету. Она у нее так, сама на кухне, а там она у нее идет. И магнитофон, и все ломалось. Просьба, нигде не оговаривайся, в первую очередь, Надежда Васильевна. Я сколько ты еще не приехала, я ей предсказывал. Я остаюсь тот же, меняйся ты. Самооправдание не люблю. Женщина, чтобы знала свое место. Подкаблучников не терплю. Я их загоняю под каблук другой. Братья говорят, полное молчание. Слово Божие, кто бы ни считал, любой сектант, полное молчание, пока он не прочитает без толкования. Почему? Говорит Господь, а не сектант. У нас свобода. Ты скажешь, а у меня вот душа просто рвется. Я была у баптистов когда-то, хотела посмотреть. Должна сказать.
И это тебе удовлетворение будет. Сходишь с кем, отделенное есть с нашими братьями и прочее. Поняла? То есть такой свободы нигде больше ты не получишь. Ты же, я хочу к старообрядцам, к мусульманам там. Мужчина у них там, а женщин там нету, туда не попадешь. Но у нас это свобода. Но никогда одному не ходить, ходить со старшими, с опытными, чтобы люди молились. Лично я не советую, но если такое, ну, уж не втерпешь замуж, ну тогда деваться некуда. Ты знаешь, как пишется это, какие слова. Благодарю. Так. Ну, вот, в основном, это все. Значит, место укажи, чтобы не посягать на ее место. Для вещей вот у нас у каждого выделено место. Кровать. В течение часа вы после сна не заправлять, чтобы выветрилось, а потом заправила как можешь. Никаких тряпок, это за штор я не люблю, нигде не люблю. Где много людей, мужчин и женщин, там шторка нужна, а вы только двое, тут никого больше нету. Из того, что я сказал, что-нибудь есть неприемлемое? Ну, все понятно. Согласна с этим. Угу. Ну, вопросов тогда никаких не будет. Ко мне вопросы какие? Вопросы пока нет. Я можно потом попозже подойду? Попозже, да. Можно. Но на этом я не буду вас больше задерживать, это самое главное. Батюшка у нас, он не отдаленный от народа, он с народом вместе. Я не говорю про исповедь. Вообще в любое время ты можешь, когда приезжает, отдельно с ним зайти и побеседовать, рассказать и прочее. У него отдельно тут есть каморка, дверь открыта, там люди приходят и заходят. Если ничего нет, у меня ничего нет. Надежда Васильевна, это дочь твоя. А ты относись к ней как к маме. И у вас будет жизнь, она такая, которая не стыдно будет. Дальше. Никого к себе не приглашать, самых близких родных, вплоть до матери, отца, без совета со мной. Это твердое правило, которое никогда не меняется. У меня жил Игорь Дебунов, 14 лет за стенкой, вот за это же, где Надежда Васильевна. У него приезжал отец, мать, он ни разу, они не зашли сюда, пока он не предупредил. Я сказал уже, Игорь, да в любое время. Но первое правило он держал лучше моего. И поэтому 14 лет Игорь, это серьезный мужик. И у нас не было ни одного скандала, никогда. И ушел мирно. Вот какое дело, начал строиться. А эти двое ребят с нами, ты их обоих знаешь, братья Володя и Никита. С ними можно жить. Жить, в смысле, не скандалить. Чтобы никто не привязался к словам к моим. Все у меня. Молимся, благодарим Бога. Так. Пойдем помолимся с нами вместе. Сейчас мы помолимся и пойдете домой. Вот сюда вот, давай. Вот она у меня, умница моя. Вот она. Ты на ножке можешь? А, на коленочках? Ну ладно. Никита, мы молиться будем. У нас иконы там, сюда можете повернуться. Отец наш небесный, любящий Создатель, мы просим во имя Иисуса Христа, благослови нас и совместное житие. Открой наше сердце для принятия полноты Духа Твоего Святого. И дары, которые Ты дал нам, таланты, помоги умножить во славу Твою. Побуди всех на благовестие. Ибо без святого благовестия нет истинной жизни. Все мертво вокруг. Да не будет этого с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во славу Божию. Давай-ка слезем. Вот все. Так, уберите с дороги быстренько, Никита. Все, одевайтесь. На придешь, Надежда Васильевна, смотри за ней. Игнатий, мы пойдем в церковь. Что? В церковь пойдем. Ну, в церковь же пойдем. Ну, сейчас пойдем в церковь, я и говорю. Все? Все? А потом домой. Так, я сейчас пришлю.